Всем здорово, с вами Жека Фрукс, и сегодня я буду читать тупые отзывы на моем плейграунд. Короче, погнали! Любая постройка не живет 5 минут. Ее так колпасит, что она пропадает и еще лагает. Ужасный баг. То есть вы хотите сказать, что инструменты просто вам так не нужны? Обратно сделать один раз. Раньше было лучше. Исправлю оценку, если исправите. Ну, чувак, ты уже опоздал. Уже 1 апреля можно было второй глаз посунуть. Продолжай, ты опоздал. Эта кнопка, которая все удаляет, уберите ее нафиг из игры. Она очень бесит, из-за этого я ставлю 1 звезду. Бесит очень. Вы хотите сказать, что кнопка удалить все не надо? То есть вы построили там дом большой, да? Построили. И вы должны удалить этот дом? Скажите, за сколько вы минут его удалите? Правильно, за 10 минут. А кнопка удалить все вам улегчает. То есть вы нажали и все удалили. Логично же, зачем он ее? Уважаемые разработчики, почему у меня не стоит обновление? Вы сделали обновление, а у меня что-то не стоит. Сможете меня обновить? То есть, чувак, тебе лень обновить саму игру? Ну, это уже что-то уже все. Игра топ, но ставлю 1 звезду, потому что палец до 5 не дотягивается. Что? Каких пальцев не дотягивается? Вот такие отзывы есть в Metal Playground. Игра крутая, но там нет гравитации. Хотел сделать войну арбузов и дым, но все удалилось. То есть, чувак, там есть гравитация, но как ты удалил? Это вопрос. Не, ну я, конечно... Конечно, понимаю, если там их всех зачернуть, этих меланов, арбузов и дынь, да, можно удалить. Но зачем ты нажал «делит»? Ну, я, конечно, понимаю, что лагает, и очень много багов появилось. Так что я тоже подтвержу, что у этих людей лагает, тоже у меня лагает. Даже какие-то уже обновления тухлые Mail and Playground. Ну ладно, с вами был я, Жека Фрукс. Ставьте лайки или дизлайки. Всем удачи и всем пока.